Вот я говорю, ковер у нас лежит. Вот давайте, расскажите что-нибудь про ковер. Ковер? Да. Ковры бывают разные. Угу. Текинские, персидские. Угу. Ковер это, в общем, неотъемлемая деталь любой советской квартиры. Угу. Он создает уют, тепло. Угу. Во-первых, служит показателем достатка. Угу. Если у тебя персидский ковер, значит, ты в порядке. А если он еще из Югославии, то, вероятно, вы заслуженный работник торговли. Вот именно в таком ковре преступники вынесли тело хозяина квартиры.